Ой, не могу. Вова, в общем, разнашивает мне новые туфли. Я его попросила снупком надеть. Еле ходит. Всем привет. Сейчас 5 часов вечера. Я опаздываю на встречу с подписчиками, потому что не могу вызвать такси. Здесь в Виннице очень странно. Либо таксисты на каждом шагу, знаете, прям вот переполнены дороги, просто так стоят, либо их вообще нет. И не вызовешь ни в одной службе. Вот, собственно, что сейчас со мной произошло, я не могу просто-навсего вызвать такси. Мероприятие будет проходить на улице, но начался дождь, поэтому уже что-то не так идет, не по плану. Хорошо, что там моя сестра сейчас, Юля, все контролирует, весь процесс, и если что, будет всех встречать. Нет, это не то. Это другое. Это другое. Ничего. Так, давай спешимся. Уже картинка нужна у всех соответственно. Должна быть светло, не должно быть посторонних шумов. Сделай получше, там что-то. То есть там, если там у тебя вы слышите все? Я заедаю. Вот, загасовано все. Климат не тот, еда не та, все ГМОшное, все там, ну, в общем, все не так, все надоело. Хочу там в Украину уехать, хочу в Японию. Уезжаешь туда, проходит месяц-два, хочу в Алмату, как я скучаю за шашлыком, за бараниной, за загазованностью, за горами, за всеми этими делами, за казахами, я люблю казахов. Да, спасибо всем за встречу, было очень круто, столько человек пришли. Помощники мои мне помогли, Вовочка, Юлечка, Ирочка сейчас снимает на видео. Всем, кто пришел, спасибо огромное, это очень сильная поддержка была, я очень рада, не ожидала опять же сколько людей. Короче, все супер, я вас всех люблю, целую. Это картошка, как называется ее? Улановский? Улановский. Чесночком. О, как вкусно. Прям вообще запахло так, да? Очень вкусная картошка. Проголодались помощники мои. Да. В общем, очень красивый и большой стейк. 600 грамм со сливой. Ням-ням, ням-ням. По сложившейся традиции распаковываю подарочки, которые вы подарили мне на встрече. Спасибо большое. Очень интересно посмотреть. Вчера мы поздно приехали, я не стала уже распаковывать. Поэтому вот сегодня как бы день. И мы вместе с Сарой хотим посмотреть с удовольствием. Много очень цветов. Спасибо всем. Вот конфетки Рафаэла подарили. Вот здесь у нас сладости. Сара, которые нам... Какие красивые. Тебе нельзя. Такое, зайка, тебе такое нельзя. Смотрите, какие красивые конфеты, Сара, да? Это ручной работы карамель. Прочитаем сейчас. Майстерня карамели. Тут еще записка. Спасибо, Женечка, за то, что радуешь на своими видео. От подписчицы Таня Деми. Ой, спасибо большое. Посмотрите, какие конфеты прикольные. Вау. Натуральный продукт. Сделано руками. Конфеты Пань Заваркин. Это, кстати, винницкая. Тассин. Пань Заваркин Тассин. Прикольно. Это конфетки шоколадные с
не знаю, может быть, желе, птичье молоко. Винница сама делает. Классно, молодцы, спасибо большое. Это вы специально мне конфеты носите, чтобы я поправилась еще больше. Это цитрусовый рай, чай, 15 пакетиков фильтровых. Блин, вот как раз я так люблю чаи в последнее время, мы постоянно их пьем. Затем еще шоколад, обалдеть, от фирмы Рошен молочный шоколад. Я такие не пробовала еще, попробуем обязательно, спасибо, девчоночки. Так, что там еще? Пан Заваркин, да, сын? Вот. Сара, ты же хотела медвежонка спать, с которым... Вау! Классно! Капец! Вот тебе повезло! Котика, ну, а Мишка что, не пойдет? Какой хороший, смотри! Пойдет! Красивый какой! Спасибо большое! Это же фото! Это же надо разукрасить. Это я, меня кто-то нарисовал. И так креативно. Давай прочитаем, что сзади написано. Спасибо за то, что ты делаешь. Надеемся, что тебе понравится наш скромный подарок. С любовью, Аня и Яна. О, девчонки, спасибо большое. Очень приятно. У меня в Алма-Ате целая коллекция уже рисунков ваших, которые вы мне дарили на встречу. Это будет картина. Картина, да, мы поставим ее на полочку. Она будет висеть у нас в зале. Давай, повесим с тобой. Дальше, что же у нас там еще? Какой-то мешочек. Давай с тобой раскроем. Ой, там, наверное, конфеты. Давай посмотрим. Ой, пряничек, смотри какой, Винница написано. Ой, спасибо. А там что? Ой, Женя Гейн, обалдеть, спасибо Мама, большое. Будет Мария сердечко еще, и... а нам кружочек. Ютуб! О, вау! Значит, нам открыть. Так приятно, спасибо большое. Мама, неужели не все? Надо же, как все продумано, да? Спасибо, очень приятно, девчонки. Дальше что у нас? Ого-го, конфеты. И мне сказала Лена, эта девочка, подписчица, что это ее любимые конфеты с марципаном из Германии. Я думаю, что теперь они тоже мои любимые, потому что я очень люблю марципаны. Целых 3 штуки. Классно, спасибо большое. Обязательно попробуем. Хорошо, папу спросим, если папа разрешит. Девушка-подписчица подарила мне ручной работы на шее вот такую штучку классную. Я как раз таки люблю, ношу сейчас. Family, семья, дерево, любовь, класс. Символическое такое, красивое. Спасибо огромное. Я сейчас примерю. Вот это бархатная ленточка. Сейчас, зайка, попробуем, да. Бархатная ленточка сейчас в моде очень. В общем, девчонки, спасибо вам огромное за все, за ваши подарки, за теплые ваши взгляды, за встречу, за то, что вы пришли. Очень приятно. Я безумно рада. И надеюсь, что каждый год мы будем так встречаться, если я буду приезжать. Я только за. В общем, всем спасибо. Пока-пока.